Долгожданный детский сад в Новом Городке откроет свои двери уже в конце этого года, заверил глава муниципалитета Андрей Иванов. В ходе рабочей поездки в Никольское посетил здание бывшего клуба «Искатель», которое сейчас переживает серьезную реконструкцию. Подрядная организация рассказала о тех работах дополнительных, которые появились в процессе усиления фундамента, и зашли в экспертизу по проекту замены кровли несущих конструкций. Эти работы частично уже проведены, ждем экспертизу для того, чтобы их завершить и чтобы все соответствовало нормам и стандартам безопасности. Детский сад рассчитан на 120 человек. Прокладка внутренних коммуникаций, устройство фасада. Здание изменится кардинально. Главная задача для строителей – работать быстро, но не без потери качества. Совсем скоро образовательное учреждение должно принять малышей. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».